Time is going by so much faster than I'm starting to regret not spending all of it with you. Now I'm wondering why I've kept this bottle inside. So I'm starting to regret not selling all of it to you. So if I haven't yet, I've got to let you know you're never gonna be alone. From this moment on, if you ever feel like letting go, I won't let you fall. You're never gonna be alone. I'll hold you till the hurt is gone. And now, as long as I can, I'm holding on with both hands. 'Cause forever I believe that there's nothing I could need but you. Going by so much faster than I'm starting to regret not telling all of this to you. You're never gonna be на небесах. И сегодня где-то там, среди нежных облаков и ярких звезд, соединятся две души в одну, сольются два любящих сердца, и этот праздник станет самым главным и самым прекрасным в жизни каждого из нас. Друзья, от лица Максима и Мэри я рада приветствовать вас и благодарю
что вы собрались здесь, с нами, в этот счастливый и яркий момент. Наши жених и невеста испытывают огромную привязанность и уважение ко всем собравшимся сегодня. И поэтому они пригласили именно вас стать участниками своего торжества. А вы позвольте мне пригласить сюда самых важных свидетелей нашей церемонии. Лия и Николай. Мария и Алексей. Каждая девочка мечтает с самого детства о прекрасном принце, о добром и нежном, смелом и сильном. Давайте встретим аплодисментами нашего шенига Максим! Удивительная и особенно хороша. Он никогда еще не видел ее такой. Он никогда еще не ждал с таким нетерпением ее появления. Я прошу вас, дорогие друзья, встать, чтобы поприветствовать нашу невесту Мэри. Поприветствуем нашу очаровательную невесту Мэри. Друзья, где вы еще видели такое? Чтобы жених и невеста познакомились в Греции, влюбились в горах Австрии, приняли решение создать семью, гуляя по узким улочкам романтичной Венеции. Подготовку к свадьбе вели в Турции, а торжественно обменялись кольцами на острове любви и красоты. Прекрасно, Кипре. Максим и Мари. На земле не существует более желанных и нежных обетов, чем те, которые вы планируете дать сегодня друг другу. А теперь, в присутствии близких и родных, я прошу ответить, является ли ваше желание стать законными супругами взаимным, искренним и свободным? Мари, я тебя сильно люблю. Ты мое самое дорогое, что у меня есть. С тех пор, как я познакомился с тобой, я больше ни о ком и ни о чем не думаю. Я хочу проводить каждую секунду своей жизни вместе с тобой. Конечно, да, это мой ответ. Да, никакого иного ответа не было. Я тебя люблю. Максим, ты знаешь, как дорожу я обычно своей свободой, но, как выясняешь, моя свобода еще старше в твоем присутствии. Я смотрю на тебя и вспоминаю все эти моменты, небоскреб в Франкфурте на Майне. Когда я бежала к тебе навстречу, и вся тушь моя была размазана, мы только что закончили кататься на санках. Так было важно, как я выгляжу, потому что я так хотела, чтобы ты меня заметил. Максим, все пробегает перед глазами, я не могу найти нужных слов, кроме тех, что я люблю тебя. Искренне, на всю жизнь, навсегда. Конечно, мой ответ, да. И женой. Знак объединения. Прошу скрепить ваш союз поцелуем. Thank you.
nobody calling on the phone, except for the Pope maybe in Rome. Сейчас я попрошу вас не жалеть своих ладошек и очень громко поаплодировать и встретить, просто искупать в буре оваций. Еще недавно жениха и невеста, теперь уже мужа и жену, Максим и Мэрик.